Разветвленная система внешних пожарных водоводов окружает все стационарные объекты на заполярном месторождении. Заметные ящики с гидрантом, яркие информационные таблички в случае опасности и возможного задымления привлекут внимание как работников, так и пожарных. Проверка их работоспособности проходит два раза в год, и это одна из немаловажных задач службы пожарной части. Проверяются подъездные пути к пожарному гидранту, его состояние, комплектность. А также проверяем его уже непосредственно на водоотдачу и на возможность подачи огнетушащего вещества. Проверку внешних водоводов пожарные начали с ремонтно-энергетического цеха ЕРЭО. Объект в прошлом принадлежал сторонней организации. Менее года назад базу со всей инфраструктурой приняли работники компании «Газпромдобыча Ямбург». Ну, водоводы имеют протяженность около километра. На территории 3 пожарных гидранта установлено. И в помещениях 8 пожарных кранов. Специалисты ремонтно-энергетического цеха ЕРЭО занимаются обслуживанием электрооборудования газовых промыслов. Их стационарный объект с точки зрения противопожарных норм не является опасным, тем не менее это не снижает работоспособность систем пожаротушения. Непосредственно проверку мы осуществляем без использования пожарного насоса в начальной стадии. То есть мы проверяем фактическое давление в сети, которое существует. Давление в системе около 5 атмосфер, которое посредством мобильных насосов пожарные могут значительно увеличить. Грубых технических нарушений во время проверки практически не обнаруживают, а возможные замечания, как правило, устраняются на месте. Всего нужно будет проверить более 100 пожарных гидрантов. Эту работу сотрудники пожарной части планируют завершить в течение месяца. Дмитрий Дугинов, Эдуард Баркалов. Заполярное месторождение.